Ответь!
Проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Здорово, омеченный. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Завязывай с зоной нахрен. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Моя информация может тебе пригодиться. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны... Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Эх, блин. День за днем одно и то же. Тебе сюда нельзя. Опусти оружие. Опусти оружие. Опусти оружие. Парень, оружие спрячь. Убрать оружие. Опусти оружие. Опусти оружие. Опусти оружие. Опусти оружие. Опусти оружие. Парень, оружие спрячь. Опусти оружие. Оружие убрал. Ствол на плечо, мужик. Противник.
Оружие убрал? Веселее, веселее, шевелись! Осторожнее. Смотрим внимательно. Сыграть что-нибудь, что ли? Thank you.
Thank you.
Опусти оружие. Ствол на плечо. Оружие убрал. Парень, оружие спрячь. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сто рентген». Мы всегда рады новым посетителям. Смертельные аномалии. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным... Проходи, не задерживайся. Не тормози, мужик. Моя информация... Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по ветками разбросает. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Вот дерьмо-то, а! День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Так оно и будет.
Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози. Зону от нас охраняют. Моя информация может тебе пригодиться. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Сталкер. Проходи, не задерживайся. От зоны. Вступи в дом. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, оружие убрал. Оружие убрал на плечо, мужик. Ты ствол-то убери. Ствол на плечо, мужик.
Оружие убрал?
Давай по-дружески, чувак, без ствола. Thank you.
торопиться. Thank you.
Проходи, не задерживайся. Информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ничего, нормально. Прорвемся. Не тормози. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Моя информация может тебе пригодиться. И я, и друганы мои. Прорвемся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Всегда есть кое-что интересное. Встань. Не тормози, мужик. Ну, точно. Моя информация тоже пригодится. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Проходи, не задерживайся.
Тираны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Подходи, сталкер. Для таких, говорят, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не учатся ничему, не тормози, некоторые мужик. И учиться Моя не хотят. Информация может тебе пригодиться. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Проходи, не задерживайся. Заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сто рентген». Мы всегда рады новым посетителям. С
Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Пить как охота. Квас сейчас холодного. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Слушайте, мужики, а вот анекдот. Если прикинуть, так, возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Thank you.
Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность – защитить мир от растущей зоны. Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Проходи, не задерживайся.